Всем привет! Сейчас я покажу вам три интересных и легких самоделки, которые, по моему мнению, стоит сделать себе в мастерскую либо для дома, так как они помогут вам в обыденных ремонтных делах. С вас лайк и подписка с колокольчиком, а с меня полезные видео. Договорились? Приятного просмотра! Кстати, по ходу дела я понял, что лучше пистолет заменить на обычную шпильку с гайкой. Так эти мини-тиски будут гораздо удобнее и надежнее использовать. Ну или пистолет покупать самый дорогой и лучшего качества. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you...
complete, are headed back to the lab. Testing. One, two, three. We should have something for you. Для этой самоделки также рекомендую использовать самый лучший и дорогой пистолет для клея, а не то, что у меня. Он будет намного надежнее.
какие сегодня были самоделки, как они вам пригодятся в мастерской, что думаете? Я потратил несколько дней на это видео и буду вам благодарен за лайк и подписку с колокольчиком. Если ролик вам понравился, то я буду делать еще подобные самоделки в своем исполнении. Спасибо за просмотр, всем пока!